Какие органы уполномочены принимать решения об изъятии предметов и документов, содержащих сведения о вкладах и счетах граждан в банках и других кредитных организациях? Согласно части 2 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, только суд может принять решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. Какие органы уполномочены принимать решения об изъятии предметов и документов, содержащих сведения о вкладах и счетах граждан в банках и других кредитных организациях? Согласно части 2 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, только суд может принять решение о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.